Hey, come on. Boy, am I glad to get away from all that hassle back home. Want to hear my new song? What is it? Rock? Killed the Ghetto Blaster. Come on, Lauren, just sit down and listen. Steve, not now. Why not? Because. Huh? I'm gonna go take a swim. Yeah. Feels like ice cold. Помнишь, сколько мы тут ловили в прошлом году? Фабрицио де Анджелес представляет. Конечно, помню. Тебе рыба, наберись терпения. Надо поискать другое место. Энтони Крена. Что ты так переживаешь? Что-то здесь не то. Мы уже часа три сидим, и хоть бы раз клюнуло. Энн Дуглас. Клюнет, если не будешь только болтать. Сиди тихо. Томас Мур. Не клюет. Говорят, есть неплохое местечко в нескольких милях к югу. Тихая зала, и столько рыбы, что она сама в лодку прыгает. Ну, конечно. Мне так сказали. А это место мне что-то вообще не нравится. Должно быть, сюда что-то сбрасывают. Здесь даже головастиков нет. Можно сутки просидеть, ничего не поймать. В фильме «Крокодил-убийца». Thank you.
В ролях Орман Уильямс, Шерри Роуз, Джулиан Хэмптон. И Иван Джонсон. Авторы сценария Дэвид Паркер и Ларри Латман. Композитор Риц Орталани. Оператор Фредерик Хейл. Киностудии Фульвия Фильм. Режиссер Ларри Ладман. Почти добрались. Дженнифер, пометь пробирки, постарайся их не перепутать. Эй, Марк. Что такое? Не трать пленку впустую. Она нам еще для дела пригодится. Есть, сэр. Не позволяй ему собой командовать, а то он совсем зазнает. Он и так все время нудит, что мы не на каникулах. Мне уже надоело это повторять, но мы действительно не на пикник приехали. Улыбнись, солнышко. У нас ответственная работа. Кто-то загрязняет здешние болота, мы должны выяснить, кто. Что я говорила? Ты права. Держи, помалу. Положи ее вместе с остальными. Ты ничего не замечаешь? На этом участке реки не видно ни одной птицы. Ей, точно. Вчера попадалось гораздо больше всякой живности. По-моему, это неудивительно. Видишь, реакция показывает повышенную кислотность воды и наличие разнообразных типов химических отбросов. И чем дальше мы продвигаемся, тем грязнее становится вода. Это не естественное загрязнение, а отходы химического производства. Но на острове нет ни одного химического завода. Я всю жизнь здесь живу, это совершенно точно. Значит, это отходы из других мест. Очевидно, их сюда привозят и сбрасывают в реку. Что это было? Бо, проснись. Ты не забыл, что ты должен следить за мелями? Я не вижу мели. Так утонуть не должно. Но я ничего не видел. Тогда что это было? Что-нибудь вроде затонувшего бревна. На той стороне все в порядке. Марк, ты что-нибудь видишь? Ничего, все нормально. Ладно, давай там посмотрим. Вещества. Смотрите, там какие-то бочки. Видите? Ты прав, похоже, это и есть отходы. Кевин, постарайся подойти поближе. Я хочу это заснять.
Здесь слишком мелко. Дженни, мне понадобится защитный костюм. До них без проблем. Здесь глубина всего метр и твердое дно. Эй, Боб! Боб, если что, немедленно возвращайся. Не смеши. Ты не успеешь сосчитать до трех, как я вернусь. Ты переживаешь за него, Кэнди? Не бойся, он вернется. Все будет в порядке. Дай мне счетчик. Все намного хуже, чем мы предполагали. Спасибо. Да, это необычные промышленные отходы. Это больше похоже на развалины Хиросимы. Мы не подготовлены к взятию проб на радиоактивность. Можно переночевать здесь, а завтра вернуться в деревню и сообщить о нашей находке. Может, стоит получше обследовать это место, пока мы здесь? Слишком опасно. Да, но... К тому же мы не имеем представления, что и в каких количествах находится в этих бочках. Ты уже получил приличную дозу, я больше рисковать не собираюсь. Для составления отчета у нас достаточно информации. Давайте к берегу. Уморились, мальчики? Просто умираю, как спать хочется. И тебя знать. Смотри, Дженнифер, кто первым завалился спать? Кевин. А еще нудит, что мы не на каникулах. Спорю, завтра он станет последним. Бедному малышу нужен отдых. Завтра будет нелегкий день, так что давай спать. Это точно. Я ложусь. Эй, guys, слушайте, если мы все вместе соберемся в палатку, получится неплохой снимок для журнала. Я забыл вспышку. Все, спокойной ночи. Хотите еще кофе? Нет, спасибо, я хочу спать. Нет, спасибо. Нет, спасибо, спокойной ночи.
А где Кончита? Ты же знаешь, она встает не свет, не заря, наверняка уже на катере. Ребята, никто не видел Кэнди. Может, они на катере? Кевин, не кажется ли тебе, что мы взяли слишком мало? Что мы точно забыли, так это репеллент. Завтра мы уже будем в деревне. Кончита! Кончита! Кэнди! Кончита! 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 Кончита, где вы? А вдруг с ними что-то случилось? Не волнуйся, найду. Эти болота не парк с аттракционами. Кончита! 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 Сюда, Пэм. Молодец. Давай руку. Держись. Держись. Дайте скорее полотенце. Господи, до чего здесь вонючая вода? Ничего. Считай, что ты приняла ванну. Уже лучше? Я из воды наглотала. Кевин устроит тебе головомойку за купание в рабочее время. Кевин, что делать с Кончитой? Мы сделали все, что могли. Лучше вернуться в деревню за подмогой. Кевин, мы уже второй раз на что-то наталкиваемся. Что это может быть? Не знаю. Умей свою исследовательскую Так, все на берегу. Хосе, последи за катером. Хорошо, сеньор. Вернемся через час. Я так за нее боюсь. Спасибо. Добрый день, добрый день. Добрый день. Мы ищем полицейский участок. Это там. Где именно там? Это там. Там есть полицейские? Мировой судья. А полиции нет? Мировой судья. Вам надо идти к нему. Большое спасибо. До свидания.
Послушайте, в моем распоряжении есть только один человек с лодкой, и я не могу отправить его на болото на поиски вашей подружки. Вы шутите? Я что, похож на человека, который шутит? Лучше держитесь подальше от этих болот. Но это вопрос жизни и смерти. Там потерялась наша подруга. Все, что я могу для вас сделать, это позвонить на вас в ванну. Они пришлют людей с собаками, но это займет какое-то время. Откуда вы знаете, что ваша подружка еще жива? Если она еще жива, то только не благодаря вам. На что вы вообще надеетесь? Там сплошные зубучие пески, змеи, крокодилы. Куда не лезут, а чертового, а вам там и подавно не место. Хорошо, вы правы, но вы поможете нам или нет? Вы что, не поняли? Да что же это такое? Нет, это вы не поняли. Кончита в опасности, и у нее все меньше шансов выжить. Я уже сказал, не лезьте в эти болота. Мерзавец. Что ты сказала, малышка, или мне показалось? Не надо, Памела. Что значит не надо? Вы что, не поняли? Он же куплен теми подонками, которые сбрасывают в реку отходы. Ах, вот как? В таком случае я вас всех арестую. Да никого вы не арестуете. Что? Это ты мне говоришь? Если вы нас арестуете, об этом будут кричать все газеты. Вас это не беспокоит? Можете нас арестовать. Ладно. Вы меня не запугаете. Плевать, я хотел на ваши уроды. Просто вам повезло, что у меня доброе сердце. Убирайтесь, пока я не передумал. Вот скотина. Мы до него еще доберемся. Только сначала позвоним в службу спасения. Мы должны найти Кончиту. Мы сейчас же отплываем. Он просто хотел от нас избавиться. Коули, к вам пришел судья. Пусть войдет. Я везде искал тебя. А что случилось? Надо временно прекратить сбрасывать в реку это дерьмо. Мы можем погореть. Ты же знаешь, мое дело ничего не замечать. Но эти чертовы экологи о чем-то пронюхали. Не обращай внимания. Ты продолжай нам помогать, если, конечно, не хочешь, чтобы все узнали, кто ты на самом деле. Проверь список токсичных веществ. И еще радиоактивный ил. Здесь хуже, чем в низовьях Миссисипи. Судья на этом наживается. Кому ты это говоришь? Все равно они не уйдут от ответа. Да, у нас есть все доказательства, чтобы вывести этих подонков на чистую воду. Да, неплохо бы. Слушай, Дженни, какое влияние на окружающую среду может оказывать радиация? Она может привести к гибели или изменению многих видов. Я надеюсь, мы сможем определить большую часть веществ. Черт, мы застряли. На что мы налетели на этот раз? Здесь все в порядке. Мы зацепились этим бортом. Это здесь. Руль в порядке? Кажется, все в порядке. Попробуй завести мотор. Толкай. Ничего не выходит. Попробуй еще раз. Нет, так ничего не получится. Пэм, становись к штурвалу. Парни, прыгайте сюда. Давайте. Давайте, попробуем вместе столкнуть. Без буксира здесь не обойтись. Нет, мы сами справимся. Толкайте все одновременно. Еще раз. Давайте сильнее.
Кто-нибудь зайдите с другой стороны. Держи руль, Дженнифер. Толкаем одновременно. Поняли? Приготовились? Раз, два, три. Толкаем. Еще раз. Раз, два, три. Почти получилось. Толкайте. Толкайте же. Хорошо. Еще раз. Толкайте. Еще, ребята, давайте. Мне нужен какой-нибудь рычаг. Привет, Джо. Привет, Джо. Слыхал про ту девчонку? Поэтому я и приехал. Как ты думаешь, что это было? Пока не знаю. Знаешь, что говорят? Они ее вытащили из воды уже мертвые. Джо, говорят, она выглядела так, как будто ее разжевали и выплюнули. Крокодил? Если это был крокодил, то очень большой. Чудовищно большой. Скажи, где она и кончай трепаться? На рыбном рынке. По цене $3 за фунт. Каков ваш вывод? Не знаю. Понадобится более детальное обследование, но, как мне кажется, это могло быть животное вроде крокодила. И она попала под грибной винт. Стало быть, это убийство. Правильно. Убийство? О чем вы говорите? Хотите ли вы сказать, что мы... ничего не хотим сказать, но налицо определенный факт. Факты? И мы можем сделать вывод, что... это могло начаться вполне безобидно. Может, вы просто решили подурачиться. Вы же знаете, как все это бывает. Одно слово, одно неловкое движение, и дело сделано. Кто это такой? Джим Фоули. Репортер. Если вы действительно репортер, то почему бы вам не написать статью о незаконном сбрасывании здесь химических отходов? Я не понимаю, о чем вы говорите.
Не понимаете? В болоте обнаружены радиоактивные вещества, и вряд ли они завелись там сами собой. Хватит, болтовня. А доказательства у вас есть? У нас есть пробы речной воды, их анализ и есть доказательства. Лучше подумайте, как вы докажете, что не убивали эту девушку. Какой же вы после этого судья? Такой, который не верит во всякий вздор. Знаю я ваши штучки. Сначала убиваете человека, а потом поднимаете крик. Скотина! Не надо. Заткнись, парень. Я вам не помешаю. Чего тебе надо, Джо? Я хочу взглянуть на девушку, которую убил крокодил. Может, и не было никакого крокодила? У нас есть сомнения. У нас тоже есть сомнения на ваш счет, господин судья. Дайте посмотреть. Что это, по-вашему, доктор? Она могла попасть под грибной вин? По-моему, это был крокодил. Очень большой, футов 20 длиной. Да, не меньше. Ты с ума сошел? Здесь нет таких огромных крокодилов. Нету. Тогда зачем были нанесены эти раны? А? Вы имеете право на собственное мнение, но мы намерены руководствоваться точки зрения доктора. Кто ты такой? Меня зовут Фоули. Так, послушай, что я скажу тебе, Фоули. Если я говорю, что это крокодил, то это крокодил. Я понял. Где это случилось? Мы нашли ее в вылистой лагуне в 2 часах пути отсюда. Я знаю это место. Я туда съезжу. Вы по-прежнему считаете, что это убийство? Убирайтесь отсюда, чтобы я вас больше здесь не видел. Пошли, ребята. Что такое этот Джо? Искатель приключений. Живет среди этих болот уже больше 30 лет. Его можно купить? Джо? Да он тебя зарежет, если просто заикнешься об этом. Я никогда не смогу забыть того, что случилось с Кончитой. Я тебя понимаю. Мы все потрясены, и именно поэтому необходимо выяснить все до конца. Я готов поспорить, что этот якобы журналист тоже здесь замешан. Мерзкий тип. А что вы скажете о Джо? Джо одинокий волк. Может, он одинокий волк, и не на нашей стороне, но, по крайней мере, он не заодно с ними. А вот и ваш одинокий волк. Что ж, посмотрим, что за птица этот Джо. Я скоро вернусь. Джо, можно с вами поговорить? О чем? Я могу угостить вас пивом? Отказаться от холодного пива я не в силах. Так что вам нужно? Вы знаете эти болота, как никто другой. Следовательно, вы не могли не видеть, как в реку сбрасывали ядовитые отходы. А вы, значит, природу защищаете, экологию и прочие дребедень, да? Вы считаете, что все охотники — это придурки с ружьями, которые специально уничтожают все живое? Что-то вроде этого. Так вот, вы не правы. Сеньора в новом сомбреро поехала верхом на реку Нью-Негро. Заехав смело в реку, сказала только «Ой!». Когда лошадка вдруг скрылась под водой, продолжила сеньора свой путь на том коне, и вскоре лишь сомбреро виднелось на воде. Мне надоело, я иду домой, пока. Можно мне поезжать с тобой? Отстань. Можно я с тобой?
тобой поиграю. Я же сказала нет. Ты что, не видишь, я играю со своей куклой? Где она? Из-за тебя я уронила куклу. Я маме пожалую. Какая же ты плакала. Сейчас я достану свою глупую куклу. Смотри, она уснула. Теперь тебе попадет. Нет, теперь тебе попадет. Тебя выдерут. Тебя выдерут. Много мы бы не успели. Боже, какое чудовище. Пабло, говорят, в этом крокодиле было метров 15. Что ты несешь? Он был длиной в 30 метров. Ты рехнул. Таких больших крокодилов не бывает. Теперь вы собираетесь выследить его и убить? Конечно, мы собираемся его убить. Да. Считаете, что он уже убит? Нет.
Как это нет? Что ты болтаешь? Мы против любого убийства. В самом деле? Тогда сначала объясни это крокодил. Он уже разорвал двоих. И тобой бы запустил, если бы не Джо. Вы не понимаете. Это необыкновенный крокодил. Может, это единственный экземпляр. Может, именно такие крокодилы жили в этих болотах миллионы лет назад. Неужели вы не понимаете, какое это важное открытие? Меня это не интересует. Плевать, я хотел, что это крокодил. Меня волнует только безопасность местных жителей. Можно принять соответствующие меры предосторожности. Меры предосторожности? Вы его что, не видели? Это чудовище, убийца. Он разнес щепки причал. Убил двоих мужчин, возможно, вашу подружку. Несмотря на это, он нуждается в защите. В защите? Он должен быть уничтожен. Я вас предупреждаю, не стойте у меня на дороге. Или у вас будут крупные неприятности. Сделал их для меня? Да, обращайся с ними осторожно. Я их своими руками набивал. Это опасная игрушка. Ими можно взорвать крокодила? Смеешься? Они слона на части разорвут. Это зверюга. Well, that croc is worse будет похоже на слона. Ее так просто не убьешь. Да, это уж точно. Ее так просто on, не убьешь. Joe. Что you с тобой, Джо? Раньше ты не боялся крокодилов убить? Да. Может, он так злится, потому что хочет разделаться со мной. Я заплачу тебе, когда вернусь. Ладно, Том? Знаешь, было бы надежнее получить сейчас. Я сказал, когда вернусь. Ну, ладно. Мне пора в Сантьяго. Джо, вы отправляетесь на поиски крокодила? Чего вам надо? Не делайте этого. Это уникальный экземпляр. Вымирающий вид. Тут вы правы. За всю свою жизнь я не встречал ничего подобного. Но это чудовище представляет опасность для всех. Так что забудьте об этом. Я убью этого зверя. А мы сделаем так, чтобы вам помешать. Мне очень жаль, но вам придется держаться от меня подальше. Знаете, от жизни на болоте в обществе крокодилов очень портится характер. Имейте это в виду. Вы же понимаете, что промышленными отбросами они губят болото. Здесь мы на вашей стороне. Помогите и вы нам, защитите его. Это не мое дело. Я чувствую, что этот крокодил охотится за мной. И я намерен его опередить. Так что лучше отвяжитесь от меня. Что будем делать? Отправимся следом. Чтобы остановить, когда он найдет крокодила. Не составишь мне компанию? Извини, приятель. Еще одну? Нет. Тебе, очевидно, мало этих денег? Дело не в деньгах. А как твоя посудина в порядке? Да, но не в этом дело. Так в чем же? О, это слишком опасно. Да брось ты. Ну, давай, выпей еще. Ну что, капитан? Ничем не могу помочь. Ну, еще одну. Нет, забудь об этом. Ты должен это сделать. О, это большой риск. Ерунда. Будь благоразумным. Нам это необходимо, никакой опасности нет. Конечно. Нам надо что-то делать, но я больше не могу. Меня могут заподозрить. В болоте и так полно этого дерьма. Я не могу там показаться, пока ты не разберешься с теми бочками. Дело не только в этих молокососах. У меня на хвосте висит этот чокнутый охотник на крокодилов. Спрячь груз на несколько дней, потом мы его затопим. Ты знаешь, я чувствую себя виноватой в гибели Кончиты. Мы все виноваты в случившемся.
Вы что, забыли, что сказал в деревне Кевин? Думаю, только о своей вине бессмысленно. Мы должны бороться. Но ведь это мы попросили ее поехать вместе с нами. Если бы она не поехала, она была бы жива. Как ты думаешь, размер этого крокодила как-то связан с радиоактивными отходами? Все может быть, но я в этом не уверена. Я знаю точно, что эти отходы очень токсичны. Да, но здешние крокодилы бывают не больше 5-6 метров длиной. А может, это морской крокодил? Они значительно крупнее, они достигают в длину 10 метров и даже больше. Нет, они же встречаются только в Индийском океане, разве не так? А если один из них прибыл сюда? Возможно. Нет, я уверен, что дело в радиации. Не может быть, чтобы она никак не повлияла на местную фауну. Это что еще такое? Сейчас посмотрю. Похоже, полетел топливный насос. Ты разбираешься в двигателе? Не очень. Смотри сам. Дай мне взглянуть. Все, он рассыпался. Отлично. И что теперь? Теперь мы застряли в этом болоте. Так что домой придется возвращаться вплавь. Кевин, это гениальная идея. Если скормить тебя этому крокодилу, то у остальных появится шанс доплыть до деревни. Двигатель налаживали перед тем, как мы зафрахтовали этот катер. Сказал этот парень. А ты поверил. Зато теперь мы влипли. Откуда я мог знать, что он сломается? Обед готов. Дженни, это тебе. Спасибо. Это тебе, Пэм? Спасибо, Боб. Может, кто-то сходит в деревню за механиком, и мы починим двигатель. Если может вернуться один человек, то можно вернуться всем вместе. Это разумно. По-моему. Что скажете, мальчики? А мы успеем добраться до деревни до наступления темноты? Смеетесь? Мы же на другой стороне лагуны. Пешком нам не добраться. Кому-то из нас так или иначе придется переплыть лагуну, а это слишком опасно. Лично я остаюсь здесь. Я тоже. Все равно до темноты мы никуда не доберемся. Так до чего мы договорились? Понятия не имею. Перспектива торчать здесь меня не вдохновляет. Но и плыть через лагуну мне не хочется. Это слишком рискованно. Слишком.
Кевин, проснись. Проснись, Кевин, Кевин. Что случилось? Там кто-то есть. Где? Там, на воде. Я ничего не вижу. Что происходит? Памела говорит, что ты увидела. Где? Илюха, мне показалось, что в воде что-то было. Крокодил? Где? Где-то в той стороне. Боже. Надеюсь, он не станет возражать, если его сфотографируют. Марк, что ты делаешь? Хочу сфотографировать эту тварь. Ты с ума сошел? Не лезь не в свое дело, Боб. Пока я на катере, он меня не достанет. Ты что, рехнулся? Я забыл, что он сделал с причалом. Марк, не валяй дурака. Это опасно. Опасно? Кирин, это наш шанс. Может, мы его больше не увидим. Я должен его сфотографировать. Убирайся, я фотограф, это моя работа. Слушай, ты идиот. Ты не понял? В чем дело? Он там. Он оборвал якорь на канат. Осторожно. Девочки, помогите. Что у вас случилось? Боб, не оставляй нас здесь. Где весла? Попробуй завести двигатель. Что нам теперь делать? Он же не работает. Прыгайте. Кевин, Боб, не бросайте нас. Вернитесь. Он остановился. Что нам делать? Черт, упустить такой шанс. Надо как-то подвести катер обратно к берегу. Что это? Дьявол. Я должен его сфотографировать. Пустите меня. Кто идет? Куда ты? Пустите, я должен его заснять. Нет, пустите. Это опасно. Ради бога. Пошел к черту, кретин. Это мой шанс. Проклятие. Он исчез. Куда он подевался? Сидит себе на дне и дожидается. Чего дожидается? Пока мы не утонем. Вода поднимается. Мы должны спасти катер. Черт! Помогите! Ты цел? Да. Вот он. Где? Он уплывает. Что будем делать? Слушайте, у нас есть веревка. Если доплыть до берега, то можно подтянуть катер обратно. И кто поплывет? Я. Здесь совсем недалеко. Нет, поплыву я. Привяжите этот конец покрепче. Ради бога. Кевин, осторожно. Кевин, скорее! Сюда, Боб.
Давай руку. Давай, скорее. Скорее, он за тобой. Скорее, Боб. Боб. Давай руку. Скорее. Сюда, сюда. Кевин, помоги нам. Кевин, помоги. Он позади тебя, Кевин. Кевин, скорее. Скорее, Кевин. Давай, Кевин, ты успеешь. Скорее, Кевин. Быстрее, быстрее. Он сзади. Она живет у меня и ловит мышей получше любого кота. Не дразните ее, когда она голодная. А против костей она не возражает. Господин судья! Господин судья! Джо хочет поговорить с вами по вашему радиотелефону. Это Джо.
Привет, Джо, я слушаю. Это не крокодил, а исчадие ада. Он только что убил одного из тех ребят. На вашем месте я бы позвонил шерифу графства. Пусть пришлет своих людей для облавы. Что я слышу? Старина Джо просит о помощи. Джо, ты наполовину покойник, что ли? У тебя, похоже, дерьмо вместо мозгов. Если бы ты видел этого зверя, ты бы уже вызвал на помощь войска и смотался куда подальше. Делай, что тебе говорят, пока этот сукин сын не убил кого-нибудь еще. У меня все. Оули, я начинаю волноваться. Похоже, Джо опять оказался прав. Лучше я вызову парней из графства. Никого ты не вызовешь, мы сами с этим справимся. Ты слышал, что сказал Джо? А если Джо говорит, что его невозможно ни убить, ни поймать? Я сам разберусь с этим зверем. Поверь, мне нельзя допустить, чтобы по этим болотам кто-то шлялся. Ты меня понял? Быстро все уладим, я смогу заняться бочками. Скоро прибудет груз, который мы должны затопить. Но сначала нам потребуется сделать еще кое-что. Ладно, Фоули, но запомни, это последний груз, который ты топишь на моей территории. Ладно. А если попробуешь сделать это еще раз, я позвоню в полицию и назову имена тех, на кого ты работаешь. На полке есть еда. Возьми. И дай немного девушкам. Что это за мясо? Проголодаетесь, съедите. Если тебя интересует что-то еще, положи мясо на место. Ты все еще считаешь, что этот крокодил нуждается в защите? Я убью его при первой возможности. Что ж, хорошо бы и мне там оказаться. Вы полагаете, что я не справлюсь? Я этого не говорил. Давайте-ка лучше спать. Кто-то один останется дежурить. Видите ту дыру в стене? Это ваш дружок натворил. Кто знает? Он может и вернуться. Как думаешь, он это серьезно? Не знаю. Но мы не можем рисковать. Девушки совсем вымотались. Будем дежурить по очереди. Хорошо, я первый. Эй, кет! Эй, малыш! Careful, под ноги смотри, не наступи на пиво. Ты действительно собрался убить этого крокодила? На твое понимание я не рассчитываю. Просто я должен это сделать. Я тебя понимаю. Если бы Боб был жив, он бы тоже не возражал. Да, но его больше нет. И виноват в этом я. Ты не виноват. Зачем? Я только полез его фотографировать. Марк, если бы я не привез вас сюда, то вообще ничего бы не случилось. Кеф, мы приехали сюда добровольно. Ты никого не заставлял? Просто мы все любим свою работу.
Да, наверное, ты прав. А может и нет. Конец света еще не наступил. Скоро мы поедем обратно. Да что с тобой такое? Ты какой-то весь пришибленный. Мне кажется, возвращаться придется очень скоро. Эта посудина слишком велика для здешних бомб. Чушь! Этот катер пройдет без помех в любой протоке. Нас ничто не остановит. Ты чересчур самоуверен. А ты просто жалкий трус. Всего 10 минут. И давай без фокусов, пока я делом занимаюсь. Судья! Судья! Посмотри на это! Что ты раскричался? Это просто пиявка. Сними ее с меня! Сними эту гадость! Терпеть не могу это дерьмо! Сними эту мерзость! Не дергайся! Расслабься! Ты одной своей кровью отравишь кого хочешь! Ты вроде бы собирался взорвать эти бочки? Естественно! А за каким чертом мы сюда приехали? Отравишь все болото! Ты что, издеваешься? Этого не сделаешь. Вокруг живут люди, ловят рыбу, работают. Что ты так за них переживаешь? Лучше подумай, что будет с тобой, когда станет известно о твоем прошлом. Может, я и вышел преступник, но никого не убивал. А ты подонок. Ладно, может, ты и прав. Я не буду взрывать эти бочки. Помогите! На помощь! Коули, я тону! Помоги, Коули! Не бросай меня! Коули! Я не умею плавать! Коули, я не умею плавать! Коули, помоги мне! Коули, помоги! Куда ты? Yeah!
Что там случилось? Похоже на звук взрыва. Это в той стране. Смотрите, дым. Надо проверить, что там такое. Один из вас остается с девушками. Держи руль. Плывем туда. Что там могло взорваться? Не знаю. Сейчас разберемся. Смотрите, Джо, кто-то заложил в бочке динамит. Надо его оттуда убрать. Если бочки взорвутся, это будет настоящая экологическая катастрофа. Сделаем на обратном пути. Рули в ту протоку, там что-то есть. Это же судья. Yeah. Да. Was. Был. Keep your eyes up. Смотри в оба. Этот чертов крокодил где-то поблизости. Я его чувствую. Господи, от этого ожидания можно с ума сойти. Как ты думаешь, что там случилось? Не знаю, но Джо производит впечатление человека, который знает, что делает. Будем надеяться. Что-то я нервничаю. Замедли ход, малыш. По моему сигналу, дашь полный вперед. Что вы собираетесь Покажи мне свое рыло. Я из своей шкуры мешок сделаю. Ты меня не испугаешь, сукин сын. Я здесь, переросший ты червяк. Почему червяк? Крокодилы невероятно обидчивые. Если их оскорбить, они просто с ума сходят от бешенства. Мы подождем. Он сам за нами придет. Не подходи близко к берегу. Вы что-нибудь видите? Нет. Но это не значит, что эта тварь не прячется где-то рядом. И что теперь делать? Поворачивать назад? Нет, держись в середине протоки.
Мне понадобится приманка. Что вы делаете? Вы с ума сошли? Помолчи, малыш. Эта тварь охотится за мной. Пусть почувствует мой запах. Я вам не малыш. Меня зовут Кевин. Не кипятись, малыш. Делай, что тебе говорят. Меня зовут Кевин. Неужели непонятно? Как скажешь, малыш. Конечно, Сидней. Подпустим его поближе. Держи руль крепче, малыш, иначе я тебе голову оторву. Иди сюда, скотина. Умри! Умри, черт тебя побери! Ничего съестного. Как ты можешь думать о еде? Потому что я боюсь. Серьезно, у меня это с детства. Когда мне страшно, мне безумно хочется есть. Они возвращаются. Смотрите, они возвращаются. На нас напал крокодил. А где Джо? Джо погиб. Черт. Что же нам делать? Убить этого крокодила. Правильно. Я с тобой. Бери все, что может пригодиться в качестве оружия. Здесь есть бензин. Мы можем сделать гранат. Отлично. Ребята. А что с нами происходит? Мы изменились. Может, и не в лучшую сторону, но этого крокодила надо убить. Я убью его, пока не погиб кто-нибудь еще. Значит, вы приняли решение. Хотите, мы поплывем с вами? Нет, вам и так здорово досталось. Уверен, что мы сможем найти дорогу обратно? Да. А если его там нет, что тогда? Я знаю, что он там. Что-то притягивает его к этой протоке. Наверное, там у него логово.
смотри. Что это там такое? Господи, это же яйца. В 10 раз больше нормальных. Наверное, этого крокодила. Кевин, ты в этом уверен? Да. Принесет тебе удачу, малыш. Посмотрим, хватит ли у тебя мужества, чтобы довести до конца наше дело. Голыми руками? Двигателем, малыш. Грибным винтом. Грибным винтом. Постарайся подпустить его поближе. Это твой последний шанс, малыш. Грибной винт. Кевин, он возвращается, чтобы нас прикончить. Ты должен попробовать. Это твой последний шанс. Подпусти его поближе. Кевин, ради бога. Скорее. Он приближается. Скорее! Заводись! Не теряй голову! Заводись же! Скорее, черт возьми! Не паникуй! Скорее! Сделал это.
сделал! Джо! Я сделал это! Сделал! Я же говорил. Она принесет тебе удачу, малыш.